А актюбинская полиция тем временем после череды смертельных ДТП взяла под особый контроль трассу, где за неделю погибли сразу 12 человек. Речь об участке международного коридора Самара-Шымкент. Чтобы хоть как-то снизить аварийность, правоохранители решили сопровождать колонной. Определены интенсивность движения, часы пик, значит, по часам суток и места дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим будет организовано сопровождение с 8 утра до 11 часов и с 15 до 18 часов от поселка Харабутак, значит, 965 километра автодороги Самара-Шымкент до города Актюбе. Эта трасса является самой оживленной в Актюбинской области. В сутки по ней проезжает больше 16 тысяч транспортных средств. Вместе с тем, это еще и самая убитая дорога в регионе. Ремонта там не было 20 лет. Несмотря на это, водители пытаются и здесь нарушать скоростной режим и выезжать на встречную полосу. В том числе это практикуют дальнобойщики, что часто приводит к трагическому финалу. Только на прошлой неделе на данном участке международного коридора Самара-Шымкент произошло 3 смертельных ДТП. Все фактически одинаковые. Столкнулись фуры и легковые. В итоге погибло 12 человек, среди них дети. Чтобы как-то снизить количество аварий, на трассе теперь и дежурит полиция.